Здравствуйте, друзья! Сегодня я, как и обещал, подготовил вам обзор маркетинга MyStreamsBot, который недавно стартовал и работает на мессенджере Telegram. Сразу несколько слов скажу, что это не первая разработка рабочей группы. Первый бот был запущен еще 7 октября 2020 года и успешно работает. В MyStreamBot мы всего лишь чуть изменили маркетинг и добавили функционал. В планах еще намечен ряд обновлений, которые будут улучшать бота и предоставят еще больше возможностей для его использования. Ну а теперь о маркетинге. Всего в партнерской программе 3 ступени. Каждая из них – это стримс – потоки. В каждой ступени 4 потока – стрим. Каждый стрим – это отдельно стоящий уровень из 10 линий в глубину и имеет 2046 мест, которые заполняются сверху вниз, слева направо. Сумма входа в каждый поток показана на слайде. Также указана сумма потока в целом. В боте работает полная автоматика, потому для активации уровней не нужно нажимать никакие кнопки. Пополняете баланс на сумму выбранных вами уровней, и система сама вам автоматически активирует уровни. Об этом приходит сообщение в боте, а также делается запись в истории счетов. И в маркетинге ставится галочка под активированным уровнем. После каждого такого пополнения система распределяет бонусы вышестоящим спонсорам согласно маркетинга. Очень важно занять уровни как можно выше, так как покупка новых уровней происходит под теми, у кого они уже есть. Например, партнер зашел раньше вас на 2 недели и купил 3 уровня. Но вы зашли сегодня и купили 5 уровней. Значит, те, кто зашел раньше вас, будут переходить на 4-й, а потом и на 5-й уровень и заполнять ячейки и приносить бонусы уже тем, у кого они есть. Наша программа лишена человеческого фактора. Если у вашего партнера на партнерском счету скапливается сумма, достаточная на переход выше, система сама покупает ему уровень, а вам приходит бонус за этот уровень согласно маркетинга, и чем больше у вас партнеров, тем чаще вы начинаете получать эти бонусы. Баланс можно пополнять как долларами, так и рублями, или любой другой валютой, которая будет в боте. Но перед пополнением следует зайти по кнопке «Маркетинг» и посмотреть стоимость уровней по курсу к доллару. В системе у вас есть 2 счета – основной и партнерский. Средства, которые находятся на основном счете, доступны к выводу. Средства, которые попадают на партнерский счет, используются автоматикой для активации вышестоящих уровней. Также есть возможность пополнить партнерский счет из заработанных денег. Есть перевод с основного счета на партнерский. Теперь о бонусах. В партнерской программе бота представлено 2 маркетинга – линейный и бинарный, а также ряд бонусов, которые партнеры получают в процессе работы. За активацию уровней по личной рекомендации вы получаете личный бонус 50% от активации уровней, даже если у вас их нет. Например, если у вас, предположим, 2 уровня на сумму 3,5 доллара, а под вас зашел партнер на 8 уровней и оплатил 443,5 доллара, то вы сразу получите на вывод 221 доллар 75 центов. За активацию уровней по личной рекомендации вашими приглашенными для вас эта 2-я линия вы получаете со всех по 10%. Также, если даже у вас этих уровней нет. Итого, на линейную программу распределяется 60% от общего пополнения. Далее 30% распределяется на бинарную структуру 10 линий в глубину, состоящую из 2046 мест. Это значит, что вы будете получать со всех 10 линий во всех уровнях, которые у вас активированы. А они активируются последовательно по мере пребывания партнеров и по мере активации ими уровней. Чем больше приходит партнеров, тем чаще заполняются уровни и чаще приходят бонусы. Вот таблица получения структурных бонусов.
с первой линии бинарной структуры вы ничего не получаете, так как там всего два места. А вот начиная со второй линии вы получаете 10%. В третьей линии 5%. И начиная с четвертой линии по девятую по 2%. На десятой линии вы получаете 3%. Эти бонусы вы получаете на всех уровнях, которые у вас активированы. Оптимальный вариант, если каждый партнер активирует под собой как минимум два партнера. Тогда уровни будут заполняться равномерно и регулярно приносить вам дивиденды. Притом пригласить двоих вообще не проблема. Найдите в своем окружении пару человек, кто не может приглашать, и они тоже найдут пару таких же. Таким образом у вас выстроится целая структура из тех, кто не может приглашать, но кто хочет зарабатывать деньги. Продолжим. Мы с вами уже разобрали, что отличных приглашений в линейном маркетинге вы получаете 60%, то есть 50 плюс 10 на вывод. 30% идет в бинарный маркетинг на 10 линий в глубину. Еще 1% с общего оборота проекта идет на лидерский бонус, который будет выплачиваться ежемесячно, если лидер выполняет условия долевого участия в лидерском фонде. Информация об этом есть на странице «Информация» по ссылке «Описание маркетинга». Теперь рассмотрим, как распределяются бонусы по счетам. 50% личного бонуса идет на основной счет, на вывод. 10% идет также на основной счет, на вывод. 1% лидерский бонус идет тоже на вывод. 30% структурного бонуса делится пополам. То есть из них 15% идет на основной счет, на вывод. И 15% идет на партнерский счет, на автоматику. То есть на активацию вышестоящих уровней и их клонов. Получается, 76% идет на вывод, 15% идет на партнерский счет, на автоматику, остальные 9% идут на обслуживание проекта и системы. Вывод средств осуществляется каждый день по несколько раз. Минимальный вывод – $2 или 100 рублей. Платежные системы, которые работают на данный момент, это Pair и Perfect. Но планируется еще добавление валют. На сегодняшний день используются два языка – это русский и английский. Также планируется добавление других языков. На этом я обзор заканчиваю. Принимайте решение строить долгосрочный бизнес, начиная с активации уровней и постепенным построением структуры. Всем удачи и большого профита!